здоровьем заниматься всегда страшно. И ты всегда беспокоишься, в нужные ли ты руки попадешь. Так как ты с детства помнишь, как тебе лечили зубы, горло и так далее. Тебе кажется, что с тобой будут как-то грубо обращаться. На это нужно выделить время. Ты ничего не понимаешь, что нужно, но просто хочется, вот как в фильмах. Ты пришел, просканировали тебя, вот тебе нужно то-то, то-то. Не могу сказать, что я удивлена. Я просто пришла и как-то мне стало спокойно. Стало спокойно, потому что меня сразу вот так забрали. Во-первых, мне за неделю мне прислали вот список, что я буду в эти дни делать. И первый прием был это у терапевта. Врач, который не просто говорит, что нужно, какой анализ нужно сдать, но и в то же время вот, ну как доктор Хаус. Это всегда просто фанатка этого сериала. Вот, и всегда, конечно, ты представлял себе, что лечение, оно должно проходить так. Вот, ну а дальше все, меня отвели туда-сюда, глазки. На МРТ я выспалась. Я понимаю, что я сюда хочу привести свою маму, своего ребенка. И это доверие возникает от того, что ты знаешь, что это израильская клиника, Хадаса. И классно, что в России есть такая клиника.